Всем привет! Ты на канале Девочка Твикс. Сегодня я буду рассказывать еще про одну породу собак. Но перед началом этого видео нажми на красную кнопочку подписаться, после этого нажми на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И поставь лайк, если ты не хочешь поддержать. Ну что, все сделал? Тогда приступаем! Этот белый медведь, но на самом деле это не медведь, а собака породы самоед. Этот арктический шпиц такой красивый, что невозможно пройти мимо него и не умилиться. Он добрый и дружелюбный. И дом охранять он не сможет, потому что очень приветливый к незнакомым людям. От него исходит тепло и дружелюбие. И лучше жить ему в загородном доме. Продолжительность жизни его от 12 до 13 лет. Произошел он в Сибири и России. Характер: живой, упрямый, бдительный, общительный, игривый и дружелюбный. Окрас: белый, кремовый, ванильный. Масса его от 16 до 20 килограммов девочка и от 20 до 30 килограммов мальчик. Рост его от 48 до 60 сантиметров. У него очень хорошее здоровье, но иногда у некоторых собак бывают болезни, например, как глухота и диабет. Уход за шерстью их очень сложный, и их надо мыть 2-3 раза в неделю и очень часто вычесывать, потому что если вы будете редко его вычесывать, когда начнете его вычесывать, то в день вы можете вычесать вот столько шерсти. По поводу дрессировки, их надо уговаривать, показать то, что это интересно, и он сам захочет попробовать учить команды. Также по поводу прогулок, им надо показать то, что это интересно, и не захочет гулять. Это все данные породы собаки самоед. Подводим итоги. Отлично подойдет к загородному доме. Отлично подойдет к семье, здоровье. Иногда у него бывают болезни, такие как глухота и диабет. Дрессировка. Надо показать то, что это интересно, и не сами захочет это попробовать. И уход за шерстью, их очень сложный, их надо мыть 2-3 раза в неделю и очень часто вычесывать. Это все данные на сегодня собаки породы самоед. Любите собак, ведь собака друг человека. А с вами была я, девочка Твикс. Всем пока, до новых встреч!